кто в доме хозяин? Алина точно знает ответ на этот вопрос. Она не желает тратить деньги и даже не думает о замене давно установленного счетчика. Алина вызвала мастера, и он удивил ее вердиктом. Прибор не прошел поверку. Вот так сюрприз. Нужно заплатить не только за поверку, но и за установку нового счетчика. Скупой платит дважды. Ее соседка Вера давно знает, что ничего не вечно. И прибор нужно менять. Ведь он служит достаточно давно и может скоро выйти из строя. Она уже звонит профессионалам, которые сделают полную замену по самой выгодной на рынке цене. Замена счетчика будет недорогой, абсолютно надежной и профессиональной. В итоге ее счетчик пройдет поверку и прослужит еще много лет. Доступный сервис – это гарантированное качество счетчика от производителя. Получайте реальную выгоду от замены счетчика и автоматической поверки. Жаль, что Алина в погоне за экономией не думает о последствиях.